Жителем острова Мейнленд, одного из Аркнейских островов в Шотландии, был с рождения знаком необычной формы холм, носивший название Скера-Бра. Однако мало кто планировал копаться в его недрах, пока в 1850 году чудовищный зимний шторм не сорвал с него траву. Помимо прочего, взглядом людей открылся камень, под которым, казалось, скрывались древние катакомбы. Так человечеству снова открылось древнейшее поселение Скара-Брей. Сегодня, между прочим, эти здания находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Для ученых Скара-Брей стал настоящей золотой жилой. Исследователи городка обнаружили поразительные вещи. Судя по результатам радиоуглеродного анализа, древнее поселение оказалось современником египетских пирамид. Люди, обитавшие когда-то здесь, работали преимущественно с камнем. Из-за отсутствия на острове деревьев им приходилось творить из него и жилища, и мебель. Ученые обнаружили в комнатах древние каменные кровати и даже шкафы. Сложно поверить, что за 3 тысячелетия до нашей эры у жителей Скара-Брей была даже канализация. В суровом климате Аркнейских островов просто так по нужде не сбегаешь на улицу. Волей-неволей обитателям поселения пришлось стать изобретателями. В каждом из жилищ ученые нашли туалеты, связанные воедино сложной системой, предком современной канализации. Ученые до сих пор спорят, какой культуре принадлежали жители Скара-Брей. Эти изобретательные и выносливые работники сильно опередили современников во многом. Целых 600 лет прожили эти люди на острове, пока смена климата не вынудила даже их сняться с насиженных мест. Самое интересное, что символы с найденных в городе каменных шаров больше всего похожи на египетские. Некоторые исследователи отметают такое сходство как случайное. Другие, напротив, убеждены в правдивости египетского следа. Ну а пока ученые спорят, мы можем наслаждаться картиной одного из древнейших поселений человечества. Просто не верится, что обитатели Скара-Брей отделяют от нас практически 5000 лет. Пусть эти каменные дома выглядят не так впечатляюще, как пирамиды Гизы, но тайны, которые они хранят, интригуют не на шутку. В этом месте нашли много интересного. Например, вот такой каменный шар. Но до сих пор ученые не определили, для чего он использовался. Пишите в комментариях свои версии, как вы думаете, что это за такой таинственный шар и для чего он был им нужен. Может быть, это был молоток или что-то другое? Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал «Я в шоке», смотрите другие интересные видео. Это только начало.